RTG International. Через полтора часа на канале Russian Travel Guide вы узнаете, что такое торосы и почему зимой на Байкале катер на воздушной подушке считают самым лучшим транспортом. Он амбициозный и целеустремленный. Спортсмен, который старательно движется к поставленной цели – олимпийскому золоту. Знаменитый атлет, один из лидеров национальной сборной России. Смотрите фильм «Гимнаст Денис Облязин» только на канале Russian Travel Guide. Город ветров на земле огня. Баку – столица Азербайджана. Современный и динамичный мегаполис на берегу Каспийского моря. Город, где сочетаются восточное изящество и европейский комфорт. Днем он сверкает на солнце, ночью – пылает тысячами огней. Смотрите фильм «Прогулка по Баку» только на канале Russian Travel Guide. Они прячутся в непроходимых чащах и на лесных опушках. Съедобные и ядовитые, белые и красные. Грибы появились на Земле задолго до человека. Они сочетают в себе признаки растений и животных. И по сей день многие знания о них – загадка для науки. Смотрите фильм «Грибы северо-запада России» только на канале Russian Travel Guide. За более чем столетнюю историю этот монастырь пережил эпоху расцвета, разруху и забвения. Сейчас в возрожденную обитель идут поклониться православным святыням. Благодатное место, где жизнь братьев скрыта от посторонних глаз. Здесь укрепляются в вере, получают утешение и исцеление. Смотрите фильм «Михайло Афонский монастырь» только на канале Russian Travel Guide. Она – лидер сборной России по санному спорту. Она хорошо знает, что такое настоящая скорость. И здесь не обойтись без амбициозности и точности. Ее путь к победе основан на долгих тренировках. Важно не потерять ни доли секунды на старте и виражах, чтобы победить. Смотрите фильм Татьяны Иванова «Санный спорт» только на канале Russian Travel Guide. Неповторимая природа Карельского перешейка. Благодатный край озер и лесов. Памятные исторические места, где все напоминает о прошлом. Смотрите фильм «Прогулка по Приозерскому району» только на канале Russian Travel Guide.